вчера не было вечерней тренировки предыгровой из-за ливня. Вот. Невозможно было тренироваться. И сегодня матч был тоже на грани срыва. Вот. Но в итоге нашли другое запасное это поле и в итоге сыграли. Конечно, поле тяжелое, вязкое, но играть на нем можно было, вы сами видели. Так что, в принципе, хорошо, что игра состоялась. Мы только третий день здесь на сборах, вот, и мы часто здесь бываем в Австрии. Вот, комфортно, в принципе, находиться здесь. Вот, все адаптированы и делаем то, что и всегда делаем. Вот, тренируемся в двухразовом режиме и проводим товарищеские матчи. Вот, готовимся к чемпионату. Вот, и все. А свободное время бывает во время сборов и как его проводите, если есть оно? Ну, практически не бывает, вот, но даже если бывает, тут такое место, что особо делать-то и нечего. Вот, но возможно, завтра будет одна тренировка восстановительная. Вот. И просто то, что не будет второй тренировки, больше времени на отдых пойдет. Может быть, где-то больше на восстановление время потратить. Это все. Чемпионат России уже совсем скоро. Как считаете, по вашему мнению, команда «Локомотив» на сколько процентов готова уже к этому чемпионату, к предстоящему? Ну, все идет по плану. Сказать в процентах тяжело. Вот, кто-то лучше выглядит, кто-то хуже. Вот, опять же, все покажет чемпионат, первые игры. Вот, так что то, что мы идем по плану, тренируемся как надо, это факт.